Всем привет из Шарм-эль-Шейха. В общем, мы пришли в один из самых любимых магазинов Леонида. Называется Манго Маркет. Находится в Хадабе. Сейчас у нас ноябрь, 2024 год. Сделаем самый свежий обзор. Покажем ассортимент, цены. Расскажем, чем можно рассчитываться и как сюда добраться. Здесь бесплатный трансфер. Вас и заберут, и привезут. Подписывайтесь, ставьте лайк. Леониду спасибо, что привозит в интересные места. Потому что я здесь живу, он как турист и знает, что для туристов интересно. Я думаю, что вам ролик понравится. Если вы собираетесь поехать на экскурсию, в описании будут ссылки. Там Империя туризма, я с ними уже ездил и по Хургаде, и по Шарм-эль-Шейху. Хороший сервис и хорошие цены, поэтому рекомендуем. Леонида, мой подписчик, пришли в один из самых популярных магазинов Манго Маркет. Их несколько, получается, мы находимся сейчас в Хадабе, есть Бухтина Мабе еще. Магазин такой. Ну, сейчас найдем представителя, пускай расскажет нам цены. Ихние акции. Да. Так, угощаю фреш. Спасибо. Свежевыжатый, да? Свежевыжатый. Есть сок манго, апельсин, клубника, гуава. И что-то можно попробовать, да? Это 1 литр доллар 20 центов. Это который 2-литровый, $2.39. Еще есть скидка на общий чек, на общий магазин. Так, вот манго это стартует. Какая цена? Есть по доллар, который это маленький. Есть по доллар 20 центов, который это большой. Разные сорта. И это дабша, и это кита. Разные сорта и разного вкус. А вот такой самый маленький? Это маленький, который это другой сорт. Это кита название. Имя это сорт. Есть еще что у нас, оно на фрукте, это на по-русски. Там внутри мякоть, открытая ручная ложка, как йогурт. Внутри мякоть очень вкусный и сладкий. И сколько стоит килограмм? Килограмм 2 доллара. Это очень вкусно, такие полезные. И гуава килограмм за доллар, очень хороший и вкусный. Есть еще гранат, вот лимон, авокадо, желтый финик. Есть еще там финик в шоколаде. И какая цена? Гранат за доллар, 1 килограмм. Это тоже доллар. Это килограмм 4 доллара. И эшта за бьят, гуава за доллар. Большой манго доллар 20, да? Да. Такой выбор манго. Вот. Это будет примерно 800 грамм, 700 грамм. Есть еще побольше вот где-то. Это килограмм входит штучек. Очень вкусные манго и сладкие. Так, у вас таких ящиков упаковка? Это упаковка, если ручка, как сумка будет. Как ручная кладь, отдельно фрукт, не считайте вес. Берите, ничего не скажет. Только вот берите, который по творде. Прям не спело, прям не там, не разгрался, не испортит. Потом будет созреть, и хороший будет. Понял, спасибо. Пожалуйста. Конфеты. 1 килограмм стоит $3.50. Это россыпью. Вот есть на выбор. Это смотрите, килограмм, $3.50, можно раз на любой пакетик, и потом надо взвешивать. Вот, килограмм, $3.50, очень вкусный, это рахат кухум. То есть разный можно взять, да, чтобы потом попробовать и уже... От сорти можно. Кстати, очень это хорошо, вкусный. Да? Какой, да, какой да. Больше нравится, какой есть нет? Еще это кокос этого. Вот это, да? Да, это кокос, там другой вкус, разный вкус. Угу, понятно. Есть еще там, который фиников шоколадный. И шоколадная простая с миндалом, из фисташки. Так. Вот это, да? Да, килограмм $7.50 и фиников шоколадный, килограмм $11. Очень есть вкусный вот это. Конфеты по $7.50 это 11. И это шоколадный этого, вот $7.50. Это печенье в шоколадном, $5 1 килограмм. Все вкусняшки, ага. В магазине скидка на $100 покупаете 10% скидку. На $50 $5. На $50 $5% скидка. Собрать скидку у нас.
финики в шоколадной ассорти, это вот разный вкус. И это рахат лукум. Это который рахат лукум. Один штук, не $3.5, $3. Okay. Это акция, скидка, не это. И еще есть это, который набор сладостей нуга, рахат лукум, кунжут, казинак. Один штук $3, 3 штуки $8. Скидка вот на весь. Да, супер. Асоки. Вода. Вот такая стоит $1.70. Я, кстати, никогда не пробовал, смотрите. Так, 90 центов стоит. Вот такая упаковка на подарок, 90 центов. По $1. Давай, все, я подойду. Одна получается 90 центов, а 8 за $6. Самый интересный отдел здесь, самый такой интересный продавец, доброжелательный. На чая. Вот давай расскажешь нам по чаям немножко. Ну, по порядочку, вот каркаде, да? Сладкий, кисло-сладкий есть, самый хороший, да? 100 грамм, $2, 200 грамм, скидка $3, да. А килограмм? Килограмм $15 после скидки. $15, да. $15, да. Чай, гранат, также сорты зеленый, черный, манго, гуава, апельсин тоже есть, лимоны с бергамотом, миксы фруктов вместе все. И обычный, классика, черный чай и зеленый, мясный. Это крепкий чай. Антистресс – это самый лучший, хороший чай. Травяной чай, миксы трава. Бедюнинский и мармерея, и роза, и лимонграсс, и мята, и камомилла. Чай для похудения. Листья дерева называются санамеки. 7 листочки на один стакан, пить один раз в день, каждый день, на один месяц. Мочегонные? Да. Ну, это нам надо такое, да? Каркаде, другой, это кисло-сладкий. Там есть сладкий. Бедюнинский чай, лечебный чай. Дерево растут у нас есть, называется хабаки чай. Это очень хороший гриба и брусуда, успокаивает горы льда. Лимонграсс – это чай лимон, натуральный древолистый лимон. Сначала сломается кипятком и все. Можно пить отдельно и можно вместе черный чай. Да, самуа чай. Самуа чай – это дерево называется самуа. Это снижает от сахара. Только пить один раз в день, не больше. Да. У кого сахарный диабет, да? Да, сахар диабет. Мармарея. Это для желудка болит, успокаивает, толстой кишки успокаивает, самый хороший. Дум и чай от давления. Это лечебное дерево, называется дум. Как дерево гранат, снижает от сахара. Роза успокаивает, мята, самый лучший, хороший люди. Камомилла. Это семена хелба, бачитни. Хелба, желтый чай. Очень хороший для температуры, кашли. Детоксикация организма. От простуды, да, получается, хельба? От простуды, да? Да, да. От простуды, температура, кашля и детоксикация. Так, а для похудения пить один раз в день, да? Один раз в день. Вечером, утром? Прям я любишь. Как любишь, да. Есть и другое, это тоже другой чай для похудения, помогает. Микси травяной. Тоже пить один раз в день. Хорошо? Это чуть-чуть слабительно для желудка. Это объект нет. Не надо кушать много, не стабляйте кушать желудка. Да. Ну и специи тоже. Сначала кофе арабика зерных, 100% без рабоста. Эспрессо, медиум-средняя обжарка и специи. Куркума, шафран, красный. Это иранский, египетский. Куркума, паприка, капшони. Имбирь очень хороший для печени. Анис. Семена и звезда. Самый лучший хороший. Черный тмин – это самый лучший хороший специи туди. Перец, горки, горошком, молотый, до 6. Много сор. Зеленый, белый, красный. И кардамон, мускатный орех, зира, лаблова – очень хороший. И гвоздика, лавровый лист, чили. Очень вкусно, да. Так, вот скажите, вот допустим, кофе, если купить там килограмм, вы его молите? Можно. Можно, да? Можно, да. Килограмм $15 после скидки. И можно развесной, как любишь, да. Понял. Меньшим большой, как любишь. Это кофе, да? Кофе, да. Самый лучший хороший. Так, ну по ценам что тут? В основном 100 грамм $1, да, везде? 100 грамм $1, да. Это 100 грамм примерно. Манго. Это 100 грамм примерно.
ба, $1. 50 фунтов, грубо говоря. Да. Угу. А, тут есть вот по $2. Ачали в упаковке. Антестерес это ба $2. Овсули, чипный чай это ба $2. Это когда понервничал, да? Да, понервничал. Это самый лучший, хороший чай. Что-то случилось в жизни. Каждый день раньше и спать, потом и спать хороший, да. И если это овсу набор, это развесной готовый, каждый сорт по 100 грамм, это $1. Это есть тоди, это холодный чай, финиковый чай и гранатовый чай. Самый лучший, хороший, да. Только размешать в 1 литр вода холодная и сразу убить, самый вкусный. И тоди, это кислинки, без сахар. Если это набор чай, самый вкусный. Набор все микс, универсальный мясный, самый лучший, хороший, специи. 6 штук по 100 грамм, это $4 после скидки. Набор чай, тоже самый хороший, да. Фруктовый или чипный чай вместе. И каркаде, антистресс, бедуинный чай и лимонграсс один. Все набесно, каждый сорт. 6 штук по 100 грамм. Кристалл, ментол. Очень хороший для нос проблема. Счет 1 грамм. И один стакан горячей воды и дышат. Бемза. 2 штуки по $1 для бятки, роза бустини, это просто для красоты, только декор. Стоит бутылка вода и растут, да. Только поменять вода каждые 3 дня. Матчалка натуральная у нас есть, растут, дерево называется тигба. Самый лучший, хороший, да. И много сорта другой, белоговония. Хорошо, сандал, амбар, лавандар, мускус. Маленький 3 часа. Это $1.5. И 5 часов большой $2. И есть тоди брамида. Один коробка $2. Это свечки, да, чтобы пах, да. Пахло? Угу. Все, спасибо большое. Пожалуйста, очень приятно. Орехи еще, смотрю, по $5, да? $5, да. $5. Пищу миндаль. Угу. Это сколько вес здесь какой? Это 220 грамм. 220 грамм по $5. Так, здесь кофе, $5.75, кто заехал в плохой отель, хочет нормальный кофе пить. Кофе. Сорта разные, сорта вкусно. Если это банки, это с молоком, фундука, это крепкий с кардамон, крепкий обычный, средний с кардамон, это легкий и легкий с кардамон. Есть банки и есть баки. По 100 грамм, разные тоди, это тоди одинаково, 250 грамм. Это тоди другой сорт, это арабика и робуста. Вместе, да. Крепкий черный, средний тоди, да. Так, вот такой маленький стоит $1. Просто маленький, есть большой. 6.30, это чай, у нас есть, да. Это мясный. У нас есть черный чай, есть бакет и... Тоди называется La Rosa, это компания у нас есть, у меня есть чай. Черный чай, центов. 67, а этот, да, маленький 26 центов. Да. И есть средний и большой, и бакет. Разный. Это у нас было $8, сейчас $6.3. Да, сейчас проходит акция на местное масло, значит, оливковое масло, да, местные, вот, холодного отжима, вот сейчас проходит хорошая акция. Вот тоже смотрю, стоило 7.52, сейчас 6. Сейчас 6, тоже очень и хорошее вот 4.40. Масло. Экстра вержин тоже и есть с добавлением черного тмина. Представлена разная граммовочка. Также обращайте внимание на гранатовый соус. Он идет для маринования мяса, кулинария, правильное питание. Вот это $2, да, стоит бутылочка? Это очень вкусно. Очень. Можно на шашлык, да, брать? Да, мясо, да. Взял, там нарезал или курицу и... Так, мед. Это что, арахисовая паста? Арахисовая паста. $2.5. Да, мед 0,75. Кунжутная паста.
А вот чем отличаются вот эти все виды? Есть, вот смотрите, кусочками, кусковая, слайсами идет, с перцами, с лимоном. Вот идет для салатов. Она фаршеобразная, тоже с перцем идет. Очень вкусный тунец, советую всем. От $1 и потом уже $1.70, 2.29, $2 такое. Так, а здесь у нас получается сладости, конфеты, ассорти. Фирма «Эльтахан», которая идет на экспорт в Арабские Эмираты и Дубай. У нас проходит сейчас акция, значит, два вида в акции, значит, участвуют. Это, который идет фруктовый микс, самое главное, что цельный финик, лесной орех и миндаль. Четыре штучки берете, получается не за 12, а за $10. $2 экономии. Также проходит на этой же фирме «Эльтахан» следующая акция. Четыре штучки берете за 8,5. Вроде бы цена такая же самая, 250. Фирма та же самая. Чем отличается? Тем, что в этой акции нет орешка. Это у кого аллергия на орешек или кто не любит орешка. Но самое главное, это цельный финик. Это очень важно, не молотый. Идет без орешка, молочный и белый шоколад. Следующий микс идет шоколадный, белый, темный, молочный шоколад, но уже не с лесным орехом, а с миндалем. И финик целый. Также идет с миндалем, но уже микса нет, как в первой акции, а только темный шоколад, пожалуйста. И 4 штучки берете, 8,5, пожалуйста. А 1-2,5? А 1-2,5. $1.50. Так, а вот любят покупать вот такое манго. Значит, это пастила, да? Пастила манго. Спрессовали просто этот фрукт, вытяжку сделали влаги, и получилась натуральная пастила. Без сахара, без меда. Очень вкусная, полезная, кладезь витаминов. Это очень полезно. Самое главное, без сиропа, без сахара. Так, раньше по $3 было, сейчас $2. Да, 400 грамм здесь в упаковочке. Все остальное. Так, а вот это? С сиропом и с сахаром. Это натуральное, да, это уже с добавкой. Даже вот видно, вот угу. Более темное, да, когда? Да, да, с сиропом уже более темное. Вот. И еще проходит акция, если одну штучку вот берете, есть и манго, апельсин, банан, киви, персик, гранат. И очень разнообразие большое фруктов, тоже 400 граммовочка. Одну штучку берете $1.25, 4 берете за $4, получается $1 экономия. Это сиропом уже все, это, да, уже пошло? Это уже все сиропом, угу. Да. Так, это у нас очень вкусный рахат лукум. Он идет по вкусу как птичье молочко. Очень вкусный, такой нежный, с добавлением орешка и с добавлением ванилина. Натуральный. 1-2,5, там 3-6,5. Да. Опять экономия $1. Очень вкусная халва кунжутная. Вот такого. В таком состоянии она называется пишмание. Очень вкусная, как сладкая вата по вкусу. Получается 200 грамм, $0.5. Очень вкусная. Перешли мы в зону халвы. Вот такая банка стоит 5.39. Это получается микс халвы. Здесь три вида орешка. Все это на кунжутной основе и с добавлением изюма. Очень вкусное, и вес здесь 700 грамм. И вообще вся халва идет у нас только на кунжутной основе. Кунжутная. И она идет в трех состояниях. Первое — это жидкая вот. Пожалуйста, халва. Здесь проходит сейчас акция. По консистенции она идет как нутелка. Намазывается на хлеб. Ее так и называют. Египетская нутелла. Вот. В переводе спред — это жидкая. Жидкая халва. Получается здесь 150 грамм. Одна штучка $1. Сейчас проходит акция. 6 штучек берете, 6 презентов у вас в кармане за $5. Зелененькая — это кунжутная, классическая, без добавок.
Следующая идет шоколадная кунжутная и кунжутная с карамелькой. Это вкусно и полезно. Есть также сама 300-граммовочка. Три штучки берете за $5. Следующий вид — это твердая халва. Опять же она идет кунжутная. В зеленых крышечках, классическая, без добавок. Следующая шоколадная и с разнообразными видами орешков. Есть лесной орех, миндаль, фисташка, фундук. Очень вкусная и полезная халва. Она идет в твердом состоянии. Смотрю, такая $45, $77. Да. Вот это самая дорогая, $2.52. Фисташка. Это вид продаж, самая вкусная халва. Следующий вид — это вот тоже халва. Она идет маленькие такие, удобные для презентов, $2. Идет с орешками разнообразными. Есть классическая, шоколадная и миксованная. Очень вкусная и полезная. Вот самая вкусная, вот какая? Самая вот, что вы посоветуете? Конечно, вот, допустим, же, это хит продаж. Это тортик, который полкилограмма весит. И вот килограмм, фирма Аркан. Фисташковый, вот как нарисован, он такой есть. И внутри, и снаружи фисташки на основе кунжутной халвы. Она такая взбитая, пастообразная, как суфле, как сливки. Это самое вкусное, и вообще можно удивить всех. Какая и цена? Обрадовать своих родных и близких. Полкилограмма 7,5 и килограммовая 13,5. Кого-то в гости пригласил, такую халву достал и чай. Попробовать. Также вот имеется суфлеобразная, синие крышечки, это классическая, шоколадная, с лесным орехом, с миндалем. И опять же, хит продаж, конечно же, это фисташка. Это фисташка, это вкусняшка. Вот. Так что разная опять граммовочка есть. Вот, разная граммовочка, смотрите. Так, цены. Это $3. Это $1.81, $2.52 и $1.81 шоколадная. А, это 5, да, большая банка? И какие, а 3, если вот такая. 5 берешь, или то ли тут поштучно? Она без акции идет, ее просто берут, и у нас два раза на день поставки, ее все время у нас не хватает, ее у нас очень сильно разбирают. Это вкусно. Так, здесь финики. Финики вяленые в разнообразной глазури, с орешками. Очень вкусная пахлава. Обратите внимание, $3.50. Это вкусняшка. Это просто очень вкусно. Такое только продается в Египте. Такая красота и вкуснятина. Также, вот, посмотрите, у нас есть финики в вакуумной упаковочке, в финиковом сиропе, килограмм. 2,50, пожалуйста. И, конечно же, самый вкусный — это королевский финик. Здесь получается килограммчик, $7. Он идет с маленькой тонкой косточкой, косточка как пластиночка, и тонкошкуры, они вот очень самые вкусные. Это кладезь витаминов, это вся таблица Менделеева. Повысить иммунитет и поправить свое здоровье — это просто финики скушали, и это будет... Да, египтяне все едят финики. Особенно перед тренировкой, там, во время могут. Это натурпродукт и правильное питание, и кто поддерживает фигуру, это вот сюда, пожалуйста. Злат из витамина А. Дошли до конфеты камушки, называются. Их, кстати, очень многие любят. Они так, в общем, с чаем хорошо идут. Большая получается будет, и здесь будет маленькая. Так, вот такая маленькая сколько стоит? Вот маленькая одна будет. Одна штука, $25, 6 штук. $6. Это немного, 6 штук. А большая банка? А большие будут 3 штучки $6. Одна штучка 2,50. 2,50. Угу. А какое отличие от камня? Они фирмы вот одинаковые разные внутри? Одинаковые фирмы, разные, разные производители. В принципе, все. Вот такая стоит KitKat. KitKat, да? KitKat. Да. 5,52. Есть маленькие еще на кассе, там большой выбор вообще. Так, мы пришли вот в отдел, где маски, трубки, ласты. Вот, допустим, самая дешевая маска. Вот это сколько? Это силикон? Да, конечно. И сколько стоит такая? 12,5. $12.50. Да, будет. Ага. Самое дешевле будет 7,5, то есть будет силиконовый лучше. Вот это 7,5 да. долларов.
А вот, допустим, надо на все лицо маска. Вот такой. Какая цена? Только будет от 7 до 12. Самая дешевая $7. Да. Это 4, да, клапана? 4 клапана. Если у тебя будет 6 клапанов, 7 сломанный. А самая дорогая? Самая дорогая будет $14. Такая будет фирма, будет самая большая фирма. А покажите ее, как она выглядит. Так, вот это самая большая фирма. 8 клапанов, да? Да. Если то, где будет здесь, будет 200 клапанов. Такая самая большая клапан. А это 10. И сколько стоит? 10? Это 14. Такой будет 12,5. Угу. Так, а коралловые тапочки? $2, 30 центов. Я, в общем, всегда захожу в море в коралловых тапочках. Что детские $2, 30 центов, что для взрослых. Я циклинусь, но вам всем. Так, а вот это сколько стоит на коньках? $21, да? Это будет на комплект. Угу. Такая итоге такая. Такая будет 18. 18. А конструктор вот такой? Такая $4. $4. Да. Мяч сколько стоит? Такая $5. $5. А такой? Такая $3. $3. Слава, в море хочет играть за $3. Игрушки. Да, значительно. Вот, допустим, такой. Это будет 2,5. 2,5. Да. Куда сами? Это 4. 4. А верблюд египетский? Это будет $3. $3. Круг такой? Тут такой будет 3,50. $3,5. Да. Вот, допустим, кто мерзнет? Такая вот $50, после скидки будет $47. $47. Да. А жилет? Жилет 5,5. 5,5. Подушка что? $5. $5. Это будет 2,5. А ласты? Ласты разные цена. 5, 9, 16. А вот короткие вот такие. Вот тут. Такая есть вот сирокона, вот очень короткая, такая вот $13. По $13? Да, сирокона. Угу. А вот маленькие вот такие? Такая вот 11. 11. Так, все, спасибо. Спасибо большое. А теперь для девушек зона косметики. Сейчас посмотрим, какие цены. Вот это что такое? Одна штука $1,5. Три штуки $4. Это у нас мази от варикоза наружного применения. На яблочном муксусе очень хорошо убирают сеточку варикозную, отечности. Мазь от суставных болей. Коленки, спинка, мышечные, суставные боли. Так, цены стоят? Цены у нас большой стоит $2, маленькие есть по одному, полтора. Полтора, да? Угу. Вот этот маленький полтора, большой $2. Дальше что-то черное такое, что такое? То же самое, суставные боли, только в состав входит еще черный тмин, обезболивающий. Вот это мышцы нарисованы. Мышечные боли, да, спортсменам советую, рекомендую. Птица. От суставных болей в состав входит страусиный жир. Обезболивающие мази. $1.35. Так, это... Здесь яблочком колокинта у нас получается в геле. Точно так же обезболивают мышечно-суставные боли. Большой 4, маленький 2,5, да? Большой 4, маленьких их нету. Это уже на эту цену. Это тоже для сустава, в общем. Так, идем дальше тогда. Масла натуральные у нас, органика, холодного отжима, сертифицированные, есть на каждый сертификат. Масло черного тмина, ну это самое основное, это вообще кладезь Египта, зачем приезжают туристы. Обязательно цвет проверяем, обязательно сертификаты проверяем. Холодного отжима должно быть светло-светло-золотистого цвета. Масло черного тмина – это в первую очередь мощный иммуномодулятор. Укрепляет иммунную систему, не болеем целый год. Пропивается один раз в год. Чистит очень хорошо организм от шлаков, токсинов.
все дыхательные заболевания, астмы, бронхиты, бронхиальная астма. Если кто страдает аллергией, советую только черный хмель. Так это натощак, да, получается? Натощак. Пропивается 1 чайная ложечка утром натощак на голодный желудок. 3 месяца курс для взрослого. На сколько хватает такой банки? Вот эта баночка рассчитана ровно на 3 месяца. 3 месяца. Раньше стоил 54. Нет? Там его цена. А, $29, да? 29. Еще скидка у нас действует постоянно на органику, на натуральную продукцию 20%. То есть после скидочки он будет 23,50. Ага, вот есть у нас также общая скидка на чек. То есть если чек набирает покупку у нас на $50, скидка 5%. Если чек набирает покупку на 88%. И если на 100, 10% скидочка на общий чек с магазина. Ну, отлично. Что для, вот для девочек интересно еще? Для девочек очень интересно пропивать масло Хельбы. Это у нас женское масло. Женское масло вообще кладезь, это женский организм, нормализация женского фона. Ага, вот это Хельба. Я чай пил такое. Да, но чай больше он идет как от кашля, поэтому в масле Хельба это у нас идет полностью женский организм. $15, да, стоит? 15,96. Здесь уже со скидкой. Угу. Для мужчин очень полезно у нас пропивать масло тыквы. Где оно? Масло тыквы, вот оранжевая бутылочка у нас. Вот есть. Это, да? Да. Фирма Доктор Манго. Масло тыквы. Полностью ЖКТ, язвы, гастриты, цирроз печени. Как глистогонное для деток, очень вкусное. А вот для детей можно маленькие? Тыквочку? Нужно, с годика до 6. Нет, именно вот эти. 29,93, в общем, $30 стоит. Натощак, чайную ложку. После скидки будет 23,50. Не натощак, тыква пьется на вечер обязательно, после еды. Оно очень хорошо убирает вздутие и тяжесть живота. Мужчинам девушки очень полезно, могут, там, да? Девочки, конечно, могут, это же ЖКТ полностью, но мужчинам очень полезно, это кладезь цинка. А цинк это идет профилактика аденома предстательной железы и простатита. Кто планирует деток, только тыкву. Улучшает качество сперматозоидов. Масло жожоба, это у нас косметическое масло для девочек. Девочки, обратите внимание, оно абсолютно в составе каждого крема находится. Это самое легкое масло в косметологии, проникает по четвертый слой эпидермиса, не забивая поры. Его можно наносить спокойно под глазки, на веки. Жожоба очень хорошо работает с пигментацией, с веснушками, с растяжками, поэтому для тела оно тоже подойдет. Девочки при беременности могут спокойно мазать животик. Жожоба можно добавлять в свою косметику, в свои шампуни и в свои крема. И какая цена? Цена вот такой дозировочки 24,98, после скидки будет 17,50. Вот такие объемы у нас есть, это наружного применения, после скидки будет 16,50. Есть маленькие, вот сейчас на данный момент их нету, потому что разбирают у нас жожоба в первую очередь. Вот, дальше по косметике. Сандаловое масло. Масло сандалового дерева. Это массажное, антицеллюлитное масло. Имеет немножко легкий согревающий эффект. Поэтому если какие-то мышечные боли, суставные, массажисты очень хорошо используют, убирая эту боль. Масло для загара. Смотрите, пожалуйста. Здесь в составе жожоба, орган, кокосовое масло. Грецкий орех и морковка. То есть грецкий орех и морковка дают красивый оттенок, остальные масла притягивают равномерный красивый загар, при этом не сгораем. SPF содержится. Какая цена ее? Большой 12,27, после скидки будет 10, и маленький объем 9, после скидки будет 7,50. А запах от него? По запаху они абсолютно нейтральные, немножко кокосом, потому что кокосовое масло имеет запах. Остальные масла абсолютно без запаха. Следующее, что у нас для наружного применения советую и рекомендую, это у нас масло от суставных болей. Здесь тоже по составу ментол, мята, эвкалипт, черный тмин и ядовитое яблочко хандель. Хандель моментально дает обезболивающий эффект, черный тмин дает лечебный эффект. Там курсом надо принимать, то есть использовать. И цена? Цена 14, да, минус 20% скидка, маленький 8,50, минус 20% скидка. Девочки, обращайте внимание, у нас для волос шикарная смесь. Здесь идет орган, жожоба, руккола, кокосовый, змеиный жир.
Змеиный жир укрепляет волосную луковицу, ускоряет рост волос, остальные дают лечение по длине. Советую и рекомендую. Используется как масочка. $9 без скидки. Маленькая 9 и будет скидка 20%, большая 13,35 и будет скидка 20%. Очень большой выбор эфирных масок. Эфирное масло используется в бане, в сауне, в машину для запахов, аромалампы. Везде-везде. Сильный концентрат. То есть его хватает очень-очень надолго. Они получаются по 5 долларов. Разная цена абсолютно, в зависимости от масла, но от каждой цены будет скидка 20%. Да. То есть там начинается районе, от 3 долларов. Начиная от 9, самое дорогое это будет у нас перечная мята. Она используется еще для ингаляции. Мыло натуральное, большой выбор у нас, опять же эфирочка пошла. Франкинсенс, девочки, жидкий ботокс, обращайте внимание. Его в простом роде называют ладан, это жидкая смола, жидкий ботокс. Используется как ночной крем ежедневно. Есть только в таких дозировочках 60 мл и 135. Такой 4 объем доллара. 4 доллара, здесь уже цена указана со скидкой. Большой объем 7,50. Ну, то есть чем больше объем, тем выгоднее цена. Маска Клеопатры. Обращайте внимание, здесь также в составе идет у нас арган, жожобам, но без этих масел никуда. Масло зародышей пшеницы и вот этот же франкинсенс, жидкий ботокс. Здесь большой объем у нас получается 8,52 и 20% скидка еще будет. Маленький объем выходит 5,20 и 20% скидка. Используется 3 раза в неделю на все личико, смываем и любой увлажняющий крем. Эфирочка. Здесь у нас натуральная органическая косметика. Обращайте внимание, вот эта вся серия, это у нас на лифтинг и подтяжку. Она идет на 3 коллагенах в составе, плюс добавляются масла. Смеси масел для волос, опять же. Шампуни, кондиционеры бессульфатные. Сейчас остался только кондиционер. Быстро расходятся у нас. Крема под глазки с этой же серии. Есть жидкие патчи, есть которые работают на гусиные лапки, на морщинки наши. И жидкие патчи с алоэ вера, зеленым чаем и виноградной косточкой в составе. От отечности темных кругов под глазами. $5 без скидки. Скидка будет 20%, получится $4. На всю органику у нас 20%. Вот без скидки 12. Со скидкой 9,60. Косметика, бессульфатные шампуни, кондиционеры, профессиональный уход, салонная процедурка. Еще здесь имеется. Так, это у нас. Это у нас натуральное масло ши. Масло ши вообще как регенерация кожи, восстановление кожи. Если очень-очень сухая кожа, но очень хорошо используется для локтей, для пяточек, залечки даже трещин на пятках. Думаю, это для очень-очень сухой кожи. А вот это? Это у нас крем скрабик для пяток, также для ножек. То есть если 2 недели поделать его вот в носочке, лучше любого педикюра. А вот это? Это у нас заклина морская, ее можно использовать самостоятельно дома, делать масочки с глиной. Также используется для тела, для лица, у кого проблемная кожа, очень хорошо подсушивает. Маску с водой развести и делать масочки дома. Так, без скидки $8. 8 и скидка будет 20%. Это у нас 6,72, да? 6,72 и 20% скидочка будет. Это 7. 7 это уже со скидкой. Со скидкой. Здесь у нас идет натуральная продукция на масле ши абсолютно вся. Лосьоны для тела. На масле ши добавляется верблюжье молоко, жожоба, витамин Е. Увлажняет, питает, очень хорошо смягчает кожу. После солнышка советую, рекомендую солнечные бытовые ожоги. Здесь серия у нас тоже 20% скидка. Здесь серия полностью на лицо. Так, это 12,42 доллара. После скидки выходит 10. 10. Полностью серия для личика. Здесь по типу кожи идет у нас вся на масле ши. Добавляются разные масла. Есть жожоба, органовая, черный тмин, авокадо, козье молоко, манго. Большой выбор. Но здесь по типу кожи. Так, по ценам? По ценам 6,96 и минус 20% скидка. Здесь то же самое, только вот в маленьких объемах тоже скидочка 20%. Шикарная серия у нас есть масло ши с добавлением эфирных масел. Здесь добавляется у нас масло манго, масло лимона и масло клубники.
Запах просто был тянный. Угу, да. Это с клубничкой. Вот. Точно так же для очень-очень сухой кожи увлажняет, питает. Вот пяточки, все-все-все. Здесь идет масло ши. Просто добавляется аромат. $10 будет стоить, да? Да. Просто скидки $10. И есть у нас знаменитая косметика Египта, Ева. Ну, я думаю, все ее знают. Тоже в составе имеет коллаген. Здесь есть возрастная серия у нас плюс 30, плюс 40, плюс 50. Золотая серия идет у нас уже более 50. Дневной, ночной под глаз. 4,50. 4,5. Так, вот лифтинг и подтяжка, увлажняет, питает. Шикарно. Умывалочки есть у нас также на коллагене, смягчает кожу, очищает. А для снятия макияжа это у нас. Так, по ценам, это самое главное, сколько стоит? Здесь уже без скидки, это уже не органика, то есть это уже обычный масс-маркет, но действительно качество очень хорошее. $4. $4. А это? 8,30. 8,30. Так, смотрите, с этой серии есть у нас супер увлажнение и есть отбеливающие крема, скрабы, ночной крем, дневной крем, скрабы под глазки. Так, по ценам? 3,52, 5,23. Цены для Египта обалденные. Пришли к зубной пасте. Это одна из самых популярных, да? Да, это одна из самых популярных в Египте. Она считается натуральной. Она сделана на дереве мисвак. То есть вот это дерево мисвак, оно идет лечебное, парадонтоз, кровоточивость десен. Зелененькая упаковочка, это у нас оригинал, без добавок, без ничего. Остальные идут на ее основе с добавочками. Здесь у нас мята, есть черный клином, есть алоэ вера. Золотая упаковочка, это с отбеливающим эффектом. Какой лучше брать из троих? Смотрите, если для ежедневного использования, берется, естественно, у нас оригинал. А кому не нравится вкус оригинала, берут себе с добавочкой мяты. Ну и отбеливающий эффект используется 2 раза в неделю, не больше. Ну, 3 брать надо, наверное, да? Как да, бы микс я делать. Думаю, миксом будет шикарно. И сколько но стоит? У нас их берут по 12 упаковками, поэтому, да. Вот такая так, упаковка стоит. И на подарки. Такая упаковочка будет у нас, так, смотрите, 6 штучек $5, здесь 12, будет $10. $10. Где подарок. Ну, отлично. Супер. Большой выбор у нас скрабов для тела. Скрабы, масочки. Есть индийская фирма шампуни. И здесь уже все пошло лично гигиены. То есть для девочек у нас тампоны, салфеточки, памперсы для деток. В нашем магазине имеется абсолютно все. Женские сумки. Вот такой бренд и так называется Канс. Он первый бренд в арабском мире. Это из верблюжьей кожи. Начинает от $38 до $63. Вот такой. Гарантия от завода 3 года на такой бренд. $63, да, такая да, сумка? Да, $63. Его очень популярны в Советском Союзе, совсем в России, в Украине, в Беларуси, везде. Они очень знают такой бренд. Потому что он продает там Европу очень дорого. Так, а вот такая штука стоит? Это корова, это обычный, тоже популярный, это 15 баксов. $15. Да. А вот это? А такой тоже Канзо, но это как ручной. Но это тоже $38, гарантия 3 года от завода. Угу. А вот у нас есть вот такие тоже. Вот интересный вариант. А это для, так, для обычной использования, ежедневка использования. Это стоит $8.50. $8.50, да. То есть на любой кошелек. А я так и не понял бы. $68. Но. Это первая булька. Вторая булька это такой бренд. Это постоянно вот так. Самые дорогие сумки, они будут так наверх, чтобы было хорошо видно. А у нас есть тоже вот такой, это с крокодила, стоит $100. Такая. И гарантия тоже 3 года от завода. Это натуральные крокодилы. Это ну это дорого ручка. Выглядит. $100, да. $100. Ну она тоже совсем классная и самая большая продажа у нас. Даже они очень быстрее идут, чем такая $44. Ну такой рюкзак сколько стоит? Такой рюкзак $23. А чемодан большой? Чемодан большой 43. $43. Да. Вот кошельки. Начинается от
$4 до $8.5. У нас есть только еще такая сумка, тоже такая. Это тоже гарантия 1 год от завода, это верблюда такая. Все тут это местный производитель, это не китайский. Сколько стоит? Это $32. $32. Да. А вот такие? А вот это $12, но это Борис. Так это тоже очень популярно. Это тоже корова по $15. Ничего, симпатичная такая. А вот такая тоже, это очень популярная вот такая. Она тоже коровья, но это стоит $43 тоже. Но они очень хорошо, качество совсем хорошо. Цвет не меняется, они постоянно такой цвет, потому что это фабричный цвет. А вот интересный вариант. Тоже $12 такая. Вот это. А это кристалл, так называется, бау-бау кристалл. Это $16. Она тоже горит. Тут так, разные цвета, да. Смотрю. Они все по $16. А вот это, Louis Vuitton. Это $8.5. Отлично. Есть, они идут в акции, они говорят $12, но они сейчас $8.5. А есть вот такой тоже ремешков, есть вот такой бетон, и есть крокодила. Крокодила это стоит $30, а бетон стоит $14. А это зверблюд, зверблюда какие-то стоит $5. $5. А это тоже корова, они разные. Есть $3.5, есть $5. Например, такой, с беселькой, вот такой, это натуральная кожа 100%, это стоит $5, а это стоит $3. Тоже натуральная кожа, но разница, это верблюд, а это корова. Тапочки? Тапочки начинают на $3, если для взрослых. Если для детей, начинают на $2 до $5. Это до $9, максимум $9. А если такое тоже натуральное, хуже, а из верблюда его сделали, его производили из верблюда, но он тоже стоит $10. Любой. Это египетский, да? Да, это египетский производитель. Говорю, прошито, да, тут все это местный производитель, это не китайский. А тоже если вот такие, она кухня. Тоже натуральная, хуже. Вот. Это тоже его сделали из верблюда. Они очень натуральные. И какая цена? Цена $20. А вот, если такое, я хочу, то просто снимает вот такой, потому что если снимает, теперь я покажу. А, вот. Она тогда тут снимает. Вот. Угу. Ну, отлично. Удобные, да? Очень. Она мягкая, далее легкая и самый дешевле место в городе. Кстати, надо будет прийти купить. Туфли какие-то в отеле вечером. Вечером в ресторан пойти куда-то. Коричневые всякие лодочки есть. А вот такие есть какие-то черные такие? Есть, да, черные, да? Черные есть, да. Это как называется вообще? Это что? Банс, так называется. Как? Банс. Банс? Да, банс. Угу. Ну, легкие, кстати, они, да, легкие. Они очень легкие, они тоже, у них так медицинский катун. Угу. Это очень удобно, очень легкий использовать, нога не будет болеть, как его. Даже если использовать ее 24 часов. Он очень удобный, легкий. Это получается, там из чего это сделано? Это верблюд. Верблюд. Да, они все такие верблюд. Так, кроссовки теперь у нас. Кроссовки это есть Вьетнам, есть египетские. А если сравнить между Вьетнам и египетские, они одинаковые. Например, это Вьетнам, а у нас вот тут, это из Египет. Это производили в Египет. А, даже они оба легкие, даже в Египет намного легкие. Да, тут. Они стоят 17, они оба $17. Это 17, а это 17. Ну, вот такие варианты для спорта. Да, для спорта, но у нас есть другой для спорта, Adidas, это очень хорошо для спорта. А где? Вот Adidas? Это? Да, вот такой. Это его особенно производили для спорта. Это египетские, такой. Да? Да, это такой тоже. Они египетские. И сколько такие стоят? 17 тоже. Ну, отлично, не надо. Тут это дорожный вариант, это египетский вариант. Он очень хорошо, очень удобно. Даже для гуляет, для спорта, фитнес-зал, спортзал. А вот если тоже такой, это египетский тоже производитель. Такой. Он очень легкий, очень удобный использовать. И очень надежный тоже. Так, тут смотрю, сандалии и женские
тапочки, да? Да, женские тапочки, это фараонские тапочки. Так называется. Сколько такие стоят? Уже $10. Ну, отличная цена. Да. Сандали? Сандали это $13. А вот такие? Тоже 10. Это женская, да? Да. Они все по $10, по $10. Очки тоже не видно. Очки это самые дешевые очки. Там города стоимость суда $7. А если, например, хочешь для сафари, несколько часов будет это такие, $4. $4? Да, $4. Не все. Полароид это $7. Остальные это 3, 3,5, $4. Так, а по чемоданам? Вот такой чемодан. У нас есть такой, это очень дорожный вариант, это стоит $84. Еще минус 10% скидка, это тоже 94, минус 10% скидки. Но это ассортимент, тут натуральная кожа, это снаружи натуральная кожа, а есть металл внутри. Здесь тоже сумки. Да. Курточки есть. Сколько примерно курточка 20, такая стоит? $28. $28. Да. А еще она? Она из коровы. Корова. Все такие из коровы, они не из коровы. Угу. Так, а вот такая сумка сколько стоит? $10 такая. $10. Да. А вот это? А вот это стоит 4,5. 4. Рюкзак? Рюкзак это стоит 12. 12. Да. Ну вот я покажу, как, какой выбор. А вот такой отдел, это так называется чередной отдел. Такой, потому что натуральный, тут есть и крокодила, и питончик. О, класс. И сколько такая стоит? Такая это $135. 135. Это после скидки, потому что идут 10% скидки. Смотрите. Хоть потрогаю. Это африканский крокодил. Такой это африканский крокодил, знаешь? Я сам его убил. Опасный. Опасный. Да. Он меня мешает несколько раз, когда я купался на реке. Ты его решил сюда притащить, да? Так, это сколько у нас стоит? Это стоит $18. 18, а вот? 12. 12. Ну такой бренд это всегда дорого, но гарантия 3 года одного на такой. Mm-hmm. Потому что его сделано из верблюда. Вот красивые сумки. Смотрите, какие оригинальные. А вот такая? Такая это 140. 140. Да. Самая дорогая 140, сколько? 140. Вот это интересно, да? Самая дорогая 145, вот такой. Вот это, да? 145. А вот интересная, прямо. Это большое доказательство, что это из натуральных крокодила. Тут это бетончик, а здесь это крокодил. Он маленький, у него были, например, это 6 месяцев или 7 месяцев. И сколько такая стоит? 140. Необычно, но красиво. $38. Да, идут скидка 10% на него тоже. Угу. Так, мы фактически уже подошли к кассе. Касса это не мой рапульт. Касса, я тут косметика. Ага. Так, это пляжные сумки, да? Это пляжные сумки. Она стоимость сюда по $5. А тут это $2. Так, чипсы, сигареты здесь есть. Сигареты там и чипсы тут. Ага. А на улице там чемоданы посмотрим? Да, это наш. Да. Такой маленький. Да, это ручная это... кладь, да, получается? Ручная это, кладь. Это смотрит как ручной клад, и идут тоже как багаж. Такая. Она тоже не спортивная, она очень ценная. Вы смотрите, что эта цена тут 18,75. 18,75. А это тоже по $19. Разница между такие и такие, это 0,25 цента. Но это фиксированная цена. То есть этот получается там $19, да? Это 18,75. 18,75. 19,5. 19,5. А, 0,75 разница между них. А вот самый здоровый $43, да? $43 такая. И грант я тоже один год от завода. У нас есть тоже тут очень-очень хороший бриллиант. Я его очень люблю. Такой. Это его сбрызывать тоже. Его сделано из металла. Тут это металл и сырье. Очень удобно использовать, как ручной клад, как и багаж.
И так бренд я приеду от завода на такой бренд. И сколько такое стоит? Из-за чего вы его сделали? Нет, сколько стоит денег? Вот, $31. $31. Да. И 3 года гарантия. 3 года гарантия на такой. А вот большой такой. $23. Да, $23. Полотенце посмотрим, сколько стоит. Полотенце? Нет. Полотенце не разные. Такой набор, это стоит $18 такой. Вот это цена сюда, это $18. 4 штуки. А размер это 100. Для пляжа большие, да? Нет, это не для пляжа, это для... Теория, это для бани. Ага. А для пляжа это там, куда-то. Для пляжа они очень большие. Большие. Да. И вон набор еще маленькие полотенца. А, это для лицо, для волос. А вот это для кухни сюда. Угу. Сколько такие? $4. $4. Да. А вот если такой большой, это стоит $6 такой. Сколько? $6. Да. Это для Амина. Переходим к вещам. Здесь детские спортивные вещи. Вот сколько стоят такие футболки? Вот цена, $3. По $3. Такие по $8. Это комплект, комплект и есть. Шорты, да? А здесь просто. Футболка. Так, да тут вообще все есть. Вот сколько стоит такая? $3. По $3. Да. Мне наряд такой надо, да? Конечно, посмотрите. Ну, если бы я ходил бы такой, идет мне такой или нет? Нормально? Ну, нормально, да, но если честно, то... Мне скажут энтомнен, я скажу кайру. Кайру, да? Ну, еще на голову такую намотать. Ну, просто это земский. А есть кропатки у нас? Да, есть. Вот опа. Красивые шляпы, да, какие женские? Одна штука $3, две 5. Окей. То есть надо с подругой приходить и покупать две. Кепки есть для ребят. Арафатки. О, тебя, кстати, нормально. Ты подходит, да? Да. Сколько арафатка стоит? То есть, да, арафатка. $1. Это $1. Да. Кто едет на экскурсию, сафари, обязательно обматывайтесь. Да. Очки также есть. Также есть и еще для сафари. Uh-huh. Вот арафат обязательно. Еще очки. Футболки одна $7, три $20. Есть также 6, одна за 6. А две за 10. Да. То есть чем больше берете, тем больше экономите. А здесь одна. Но она была по 12, сейчас по 9. Сейчас по 9. То есть есть на некоторые вещи скидки. Также есть 100% хлопок, одно полотенце стоит $10. Да. А два, надо брать два. Вот такие вещи. По $6 на пляж. По $23. Вот американский флаг. Сколько стоит? $23. А египетский есть? Египетский купальник. Нет. Американский, да? Вот интересное. Нижнее белье это, да, уже? Или купальник? Да, купальник. Купальник такой, да? Сколько стоит? Тоже $23. Это $23, да? Да, любая за $23. Кто-то модный, да? Да. Сзади особенно красиво. Да, надо спортивное. Вот это супер, да? Вот это купальник, да? Спортивный. Крутой. Классный, да? Да. Да, оп! Угу. Модно? Да, вообще. И прям, посмотрите, модель. Какая моделька сексуальная. Угу. Девочки, мы вас ждем. Так, вот у нас постельное белье, комплект для подушек. Сколько? $40? $40, да. Полностью комплект за $40. Есть также по 35. А вот по 35, да. В общем, кто решил остаться в Египте или домой на сувенир хочет, может комплект купить себе домой. Вот цены $42, $36. И скидки на хлопковое постельное $10. Там еще скидка в общей сумме. Да, если берете на $100, 10% скидка. Там кто сгорел и хочет... $5. $5. Да.
Вот даже курточки есть. Вот такая $70. Угу. Ну, все. Еще такой вариант, кто хочет фотосессию сделать в Египте возле пальмы. Вот разные варианты цветов. Белые, фиолетовые, фисташка и вот такие, в общем, варианты. И сколько стоит такое? $15. $15. Да. Вы шейх, да? Шейх. Да, шейх. Помните, шейх, шейх. В кассе можно купить сигареты, потом вверху электронные сигареты. И тоже жидкость есть. Вот, и вот что-то стоит жидкость, допустим? Жидкость, это у нас это стоит, они разные. Разные. Да, начинается на $3.5 до $9. А вот такие, допустим, сколько стоят? Так это стоит $4. $4. Да. А вот эти? Это тоже так же, Marlboro, $4. А у нас если будет такой, это стоит стоимость сюда $2. А тут египетский тоже бриллиант, это стоит $1, даже меньше $1. Это интересно. Если красный, если будет такой синий. А вот если такой, это $2.5. Такая. И еще что-нибудь будет, как... Вот, или... Но это не египетский бриллиант, вот такой, это стоит $4. Ну, а здесь на Катино это очень мало. Так, а вот есть прямо... Это электронные сигареты. Угу. Фруктовые. Вкус. Сколько такая стоит? 5% стоит, скидка? Да. Это со скидкой, это стоит 8. $8, да? Ну, отлично. 400 фунтов где-то, да? А если такой тоже, то тоже так же. Она стоит тоже $8. Угу. Все, спасибо большое. И 5000, это такое достаточно, например, на 2 месяца. Вот это на 5000, да? Да. И это тоже на 8000 такое. Угу. А тут это можно заплатить за рубли, если бунты такие, если сберганки, ты хочешь. Так, магазин работает с 10 утра? Нет, с 8 утра до 12 вечера. С 8 до 12. С 8 до 12 вечера. А тут можно заплатить за рубли, тоже тенге, египетский фунт. Любой валюта. Да, кто живет в Хадабе, пишет и за вами приезжает машина. Кто живет на Амабей, Соха, Наб, заказывает трансфер, да? Везде. Трансфер это везде. Угу. Так, все, спасибо. Пожалуйста. Посмотрите, солнышко зашло, стемнело, смотрю, свежевыжатый сок с этой стороны есть, есть масла. Ребята из песка напишут ваше имя. Ну, я, кстати, здесь очень много подписчиков встречаю. Всегда в магазине очень много. Вот здесь коты собрались местные. Обратите внимание, здесь есть релакс-зона, где дети могут, в общем, с детьми можете находиться. Таким образом приезжают туристы, их встречают. Вот трансфер такой привозит туристов. В общем, я взял визитку. Самое главное хочу сказать, что где бы вы ни жили, раньше 2 часов дня никто за вами не приедет. То есть до 2 часов дня трансфера не будет. Тот, кто живет в Хадабе, именно в этот манго-маркет вас привезет машина в любое время. Кто живет в отдаленных районах, Соха, Наб, то за вами приедут. Я сейчас узнаю, в какое время. Пишите лучше в WhatsApp, потом Telegram и Viber. В Instagram в последнюю очередь. Делают свежевыжатый сок. Гранат. Апельсин, манго. Кофе натуральное можете выпить. И вас, смотрите, делают из граната. Сок и манго. Прямо чистят и делают свежевыжатые. Не из канистры, а свежевыжатый сок. Да. Потому что из канистры это замороженные, а это... Натуральные. Натуральные соки, свежевыжатые. Хорошо.
по ценам, сок свежевыжатый $1 стоит, то есть гранат. То есть апельсин и манго $1, а гранат $2 стоит. Приехали новые туристы за покупками. Вот такой трансфер привозят. Сейчас я вам скажу, во сколько. Приезжает машина, с разных отелей забирает. В общем, по-моему, в 2, в 5 и в 8 вечера. И каждому дается 2 часа. Кто в 2 приехал, до 4. Где-то так примерно. Кто в 5 до 7, кто в 20.00 приехал, до 22.00. Приезжайте, берете такую корзину. Чем больше корзина, тем больше скидка. Вот такую надо брать корзину. Те движения какое? Машина за машиной приезжает и приезжает, приезжает и приезжает. Вон соки, смотрите, как встречают. Соки. Вот водитель, который будет вас забирать, один из водителей. Значит, кто заказывает машину, какое время? Первая машина в 2 часа дня, да? 14.00 первая машина. Вторая? Во сколько? 17. И в 20.00? 20.00 уже 18. Так, значит, дается 2 часа на то, чтобы человек мог приехать. 3 раз каждый день. Купить. И отвозите обратно. Бесплатный трансфер. Звоните в Telegram, пишите. Telegram, WhatsApp, Viber. Да. Ну, можно в Instagram, но лучше WhatsApp. Да? Так, как зовут? Меня зовут Ибрагим. Ибрагим, все. Кто живет здесь, в любое время могут, да, забрать после 2 часов дня. Кто живет в Хадабе, кто живет на Сохо, в общем, в таких отелях. Все, спасибо. Так, что, будем заканчивать серию касаемо манго-маркета. Я как раз, видите, мне Эль Меркато принесли комплимент, уже второй. Вот, я как раз буду манго сейчас разрезать и есть, и на этой ноте будем заканчивать серию. В общем, телефоны манго-маркета в описании под видео. Пишите, заказывайте. Вам мой совет, что в первую очередь пишите WhatsApp. Потом уже Viber, Telegram, Instagram в последнюю очередь. То есть для быстрой связи. Всем мира, добра и удачных покупок, хорошего настроения и удачного выбора отеля. Все, до свидания.